Каждое утро этот молодой человек приходит в элитную многоэтажку на левом берегу Астаны. Он мусорщик. Жильцы квартиры оставляют все непотребное у дверей, а парень несет пакеты до контейнеров. Такой логистический сервис в месяц стоит 750 тенге. Работа, конечно, не самая престижная, но не представительным же дядям убирать за собой. Представьте, вот человек идет в костюме, в галстуке, с мусором в руках. Ну и некрасиво, и это. И тем более утром торопятся, и машина в другой стороне, мусорка в другой стороне. Совесть – лучший контролер. Это буквально совсем не про столицу Казахстана. В борьбе за чистоту в Астане давно используют принудительные меры. С начала этого года 252 человека отсидели за решеткой от 3 до 10 суток. Более 2500 отделали штрафами. Так полиция в Астане борется за звание эталона чистоты и культуры. Население сейчас в основном знает, что за выброшенный окурок можно слопотать, например, административную ответственность. Показательный пример – Сабырбек Керимбетов. Курильщик попался и отделался предупреждением. Этого раза ему хватило. Я теперь вот ищу, где поближайшие урны. Туда брошу. Хаким Кемельдинов ежедневно подметает дворы жилого комплекса «Дипломат». Трехлетний опыт его работы подсказывает – мусорить в столице меньше не стали, хотя у каждого подъезда урна. Дворник почти убежден – решетка – лучший помощник в деле всеобщей чистоплотности. Разница только в сроке. Не 10, а 3 суток можно, 3 суток. Масштабная борьба за чистоту улиц в Астане развернулась еще в прошлом году. Инициатором кампании стал Нурсултан Назарбаев. Сначала он предложил сажать за семечки и жвачки на 3 суток. В этом году бить палками, как в Сингапуре. Хотя на самом деле там нарушители штрафуют. Подобные меры действуют в Китае, Италии, Чехии и Англии. Сумма штрафов зависит от тяжести проступка. От 6 долларов доходит до нескольких тысяч. У казахстанцев есть альтернатива. Штраф за брошенный окурок на 17 тысяч тенге или же 10 суток.